Говорят, что в последнее время развитию туризма в Карелии уделяют особое внимание. Сегодня, во Всемирный день туризма, мы решили спросить у петрозаводчан, как им отдыхается в Карелии. Скажите, пожалуйста, какие туристические объекты в Карелии знаете? Кижи, остров Кижи, великолепный остров. На нем бывало дважды, очень все нравится. В городе много всяких памятников стоит, достопримечательностей. Набережная очень у нас красивая. Валам остров. Туристические объекты, парк Панаярви в Волжском районе, очень замечательный. Русские алы, по-моему, как-то так называется. Значит, туристические объекты в Карелии – это Кижи, Марциальные воды, набережная – очень хороший туристический объект. Прямо вот все памятники, которые на набережной находятся, прям туристические. А сами-то путешествовали по Карелии? Где бывали, что видали? Не, честно говоря, как-то у меня времени вот дома сидела с детьми, и поэтому никак. Угу, а очень бы хотелось, конечно. Планирую, выйду на пенсию и буду путешествовать. Нет, не особо путешествовали. На севере, в Беломорске были, на петроглифы смотрели. Везде бывал, на Валааме был, на Соловецких островах, Кижах и так далее, и так далее. А вы бы гостей сами куда в Карелию повезли? Что бы в первую очередь показали? Я своих гостей возила на Кивач. А, вот, возила еще в Кижи. Так, и куда мы еще? И просто по Карелии ездили. Остров Кижи и набережную, конечно же. Панаярви очень хорошее, красивое место. Вот, да. Костомукша очень красивый город. Прям вот повел бы гостей и показал бы вот Костомукшу. На Кивач обычно возим. И в Кижи. Ну, поскольку если вот поблизости здесь рассматривать, да, то, наверное, на Кижи. Ну, наверное, начал бы с города, с набережной. Прошелся бы по набережной, объездил бы центр. В принципе, у нас здания такие достаточно красивые, исторические. Что нужно сделать, чтобы в Карелию повалил турист? Климат маленько поменять, я думаю. Комариков убрать. А так, не знаю, может быть, рекламировать побольше. Надо улучшать условия, дороги улучшать. Что еще? Обслуживание, чтобы было хорошее. И больше давали рекламы именно на Карелию. У нас теперь на каждом углу стоят вывески. Это, что я обратила внимание, это появились наконец-то какие-то знаки, которые определяют объект, который может интересовать туристов. Нужно сделать дороги. И турист прям вот по этим дорогам тогда как повалит, прям вот не остановить будет. Больше позиционировать свою республику как преуспевающую территорию, которая в последнее время развивается очень интенсивно и динамично. Парк Панаярви очень хороший парк, красивый, но дорога туда никудышная. Вот. А если бы была дорога, турист бы, я вам скажу, повалил, потому что у нас очень много туристов приезжает, очень много. А было бы еще больше.